большей части тела выступают не по делу. Если вирусом бактерия, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. Понедельник в Самарской области пасмурно, осадки в виде небольшого снега, потеплеет, днем 7-9 градусов с минусом, ночью 8-10 ниже 0. Ветер юго-западной скорости 2-4 метра в секунду. В Сызрани тучи, осадки в виде снега, днем минус 7, ночью минус 9 градусов, юго-западный ветер подует со скоростью 3 метра в секунду. В Тольятти облака и небольшой снег, днем минус 7, ночью минус 9 градусов, юго-западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно и небольшой снег, днем минус 7, ночью 10, ниже 0, юго-западный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 82%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.